приветствую, друзья, с вами Елена. Если у вас есть желание зарабатывать без вложений, если у вас есть родные, родственники, друзья, которые тоже, находясь в интернете, хотят зарабатывать без вложений, пожалуйста, посмотрите мой видеообзор проекта американского VFTracker, который стартовал в мае 2015 года и в августе 2015 года, вот он добрался до стран СНГ, сейчас мы можем тоже принимать в нем участие. Дальше в видео я покажу отличную стратегию, как выходить на хорошие доходы. И здесь все очень просто, немножко функционал, конечно, на английском языке может быть вам непонятен, но поверьте, все здесь очень просто. То есть после того, как вы зарегистрируетесь, суть такая, что мы можем заходить в раздел My Page, мои страницы, и мы видим здесь пакет видео, их 10 штук, и нажимая на любое, мы можем нажимать вот здесь превью, просмотр, и соответственно нам открывается видео. И за его просмотр мы получаем деньги. То есть, если вы хотите, вы можете звук даже выключить. И просмотрев его, вот видите, с левой стороны панель идет добавление вам баллов. И эти баллы потом превращаются в деньги. Покажу, в каком соотношении. То есть, мы видим, что здесь начисляется за каждого. Сейчас у меня 53. Сейчас мы еще нажмем на какое-нибудь видео. Вы увидите, как идут начисления. Посмотрим. Видим, что уже 54 и 700 баллов было начислено. И, соответственно, потом эти баллы превращаются в капркоин. И капркоин потом превращается в деньги. То есть мы видим, что e-ticket есть у нас, друзья. И один e-ticket, он меняется каждый день по курсу. Сейчас курс за один e-ticket $8. То есть вы можете выводить, когда у вас один e-ticket, вы его уже можете выводить, потому что это $8. И 5000 вот этих кабркоинов, которые вы собираете, они дают вам один e-ticket. То есть сейчас я соберу 5000, у меня уже 2500 есть, немножко еще осталось, и уже будет $8. То есть я уже могу выводить. Курс здесь бывает больше, бывает меньше, то есть в зависимости от курса. То есть поскольку здесь без вложений и все очень просто, вы можете, просто нажимая вот на эти видео, которые вы видите, можно даже звук выключить, можно включить, можно не обязательно смотреть их до конца, и вы получаете эти начисления. Вот видите, я прощелкиваю, 55 уже, дальше пошло больше, нажимаю на следующее, 56, вот, и идут начисления. Дальше, друзья, но на одном прокликивании видео вам будет неинтересно и скучно зарабатывать. Поэтому, чтобы вернуться с просмотра видео, мы нажимаем вот эту аватарку. С левой стороны по самой эмблеме, по логотипу компании нажимаем, возвращаемся назад. И сейчас я вам покажу, друзья, что пригласив буквально одного человека, вы уже начинаете получать намного больше денег. И пригласив 5 человек в идеале, ну, от 5 человек уже получается более-менее отличные доходы. То есть получается здесь, когда вы зайдете в свой кабинет, вы видите в главной странице, как дальше сделать регистрацию и по какой стратегии работать. Видео дальше, это все будет вам рассказано. Вы видите, здесь есть вот такие разноцветные кружочки, которые подразумевают вашу квалификацию. То есть вот эта первая квалификация, мы между собой в команде называем это баклажан, такой баклажановый цвет. И, соответственно, это когда у вас написано один друг есть, да, вы получаете 2,5 вот этих кабр-коинов. Когда у вас 5 друзей, видите, 5 виртуальных друзей. Что такое 5 виртуальных друзей? Это у кого тоже есть уже по одному другу. То есть вот такие виртуал, мы видим, да, аббревиатура виртуал, это у кого есть один. Дальше квалификация, по которой ты двигаешься, это вот тебе надо 5 таких друзей. То есть, ну, поскольку здесь регистрация абсолютно бесплатная и участие тоже бесплатно, таких друзей найти, ну, очень даже просто. Поэтому чем больше вы людей пригласите, тем, конечно, бесплатных тоже, которые будут просматривать, членов своей семьи можно зарегистрировать, и, но не более 3, больше 3 с одного IP-адреса вам просто не дадут зарегистрировать. И вы тоже можете получать, то есть став вот таким желтеньким, то есть, ну, суть такая, что вы, двигаясь по карьере своей, по развитию, вы просто смотрите, стал баклажаном, баклажановым цветом, баклажаном, дальше идет желтый цвет. Чтобы стать желтым цветом, надо 5 партнеров, то есть, ну, пригласив 5 партнеров по своей реферальной ссылке, зарегистрировались люди, там буквально 2 минуты регистрация, они тоже просматривают видео, и вам начисляется уже не 2,5, а мы видим, что с каждого до 2 уровня ты будешь получать вот эти кабр-коины, да, кабр-коины, которые дают тебе деньги.
и 5000 вот таких кабр-коинов уже это один e-ticket это вот по курсу, как биржа здесь, по бирже, как биржа, то есть один e-ticket сегодня 8 долларов, он может быть чуть меньше, он может быть больше, и выводить деньги можно уже на карточку. Компания высылает собственную карточку, и также можно делать покупки в интернет-магазине, в таких как Amazon, и пользоваться этими деньгами. То есть, друзья, теперь что касается видео, то есть я еще раз повторяю, да, нажимаем My Page, мы заходим в видео, мы видим здесь разные, ну, люди превьюшки как бы сделали, превью это плейлисты, можно сказать, альбомы. То есть нажимаю на любой альбом, опускаемся вниз, мы видим внизу, вот внизу появилось, вы видите, просмотр, да, я могу вправо, влево менять его, просмотрев следующее видео. И таких видео вы можете просмотреть все, что предлагается, вы можете просмотреть эти видео. И за каждое вам начислять. Не обязательно его смотреть до конца, нажал, следующее можно нажать, вправо-влево пролистал. Но когда вы смотрите в один день повторы, уже, конечно, не начисляют. То есть вот эти все предложенные видео смотреть можно один раз в день. Вот, в разделе, чтобы вернуться назад, мы возвращаемся опять на логотип компании. Итак, как сделать регистрацию? Все очень просто, друзья. Показываю, что когда вы заходите в профайл, вы видите здесь своя реферальная ссылка ваша. Нажимаем копировать адрес ссылки. Вот появляется ваша реферальная ссылка, которую вы даете своим партнерам. И дальше новичок заходит вот здесь, с правой стороны, видите, accept friend. Регистр. Регистр – это регистр. Вот с правой стороны, мышкой показываю, с правой стороны зеленая кнопочка. Нажимаю на эту регистрацию, вы вносите свой email-адрес, вы вносите свой пароль два раза. Написано, что регистрация от 13 лет, то есть здесь могут работать также несовершеннолетние дети, но не младше 13 лет. Соответственно, ставите галочку «Я согласен», «Sign up», вы нажимаете. Дальше вам приходит на email вот такое письмо, где по синей вот этой кнопочке мы нажимаем и подтверждаем нашу регистрацию. После регистрации вас попросят заполнить вот эти все поля, запишите, пожалуйста, эти данные на английском языке, ваше имя, вашу фамилию поставьте, придумайте себе логин любой, укажите страну и поля, помеченные звездочкой, в общем, нужно заполнить. Дальше у вас тут будет ссылочка, куда нужно вписать свой логин, и у вас появится реферальная ссылка. Для того, чтобы создалась реферальная ссылка, вам нужно писать здесь свой логин, нажать, будет кнопка нажать, сохранить, апдейт и еще раз апдейт, еще раз сохранить. И после этого у вас появится реферальная ссылка для приглашения ваших партнеров, которую вы берете и рассылаете. Теперь, друзья, чтобы вставить свое видео, вы нажимаете вот здесь Library. То есть в чем суть? Когда у вас есть какое-либо видео, вы можете его здесь рекламировать, как вот я, допустим, рекламирую свое видео по моему проекту. Это видео, когда я нажимаю My Page, оно появляется. И когда я его даю другим партнерам, это видео, вот оно так выглядит. Копирую его ссылку и давая людям, они видят мое видео по какому-либо проекту, ну, проектам, которым вы занимаетесь, вы можете рекламировать. Но при этом они также становятся вашими партнерами в Евтреке. Почему? Потому что они видят не просто видео, они видят интересную информацию и понимают, что они тоже могут также рекламировать свои бизнесы. И таким образом вы убиваете двух зайцев в том плане, что вы и рассказываете о своем проекте, рекламируя видео свое, и также, поскольку это... Здесь уже есть ссылка на вашу регистрацию в Евтреке. Человек, нажимая на регистрацию, он идет к вам на регистрацию, и получается, у вас команда растет и в одном, и во втором бизнесе. То есть это супер возможность, супер интересное предложение. И рекомендую, друзья. То есть задача такая, что вы заходите в Home, по какой стратегии лучше работать. Заходите в Home, вы видите вашу карьерную лестницу, то есть если ты пригласил одного человека, нажимаешь на вот этот желтенький, видите, там написано 5 виртуальных друзей, тебе надо 5 виртуальных, ну, пригласил 5 человек, дальше тебе 5 твоих друзей тоже пусть пригласят по 5, и таким образом вот эти кабр-коины приходят, и они у вас идут пересчет на e-ticket, и e-ticket потом, соответственно, вы можете выводить. То есть нажимаете на e-bank, вот такой e-bank,
и нажимая на кнопочку, вы можете эти деньги потратить на Амазоне, допустим, на других площадках торговых. И если вы хотите вывести деньги, вы можете заказать здесь карточку, карточка приходит, и вы выводите. Карточка стоит 17 долларов, но потом все следующие ваши начисления вы можете выводить в вашей стране. То есть пишите, какую сумму вам нужно вывести, ваши, допустим, очередные 100 долларов, привязывается карта, и вы выводите на свою карту. То есть очень простая работа. Можно начать бесплатно. Если вы хотите зарабатывать очень хорошие деньги, то рекомендую вам нажать здесь Control Media, купить себе баннер за 25 долларов. Ну, его нужно будет оплачивать ежемесячно. Этот рекламный баннер позволит вам получать деньги с 25 глубин вашей структуры. До 25 уровня вы можете получать деньги с вашей структуры. Это очень интересное предложение. Рекомендую, друзья. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь на мой блог elenalyabakh.ru. Ссылку вы увидите у меня под видео, ссылку увидите вы на моей странице. Обращайтесь в ВКонтакте, virada6, вот мой ID ВКонтакте. И помогу вам, расскажу от моих, моим партнерам от меня бонус. После того, как вы зарегистрируетесь, пишите ВКонтакте, я вышлю вам бонус. Лена, спасибо, что нажали «нравится» под видео, нажали пальчик вверх под видео. Спасибо, что пишите ваши комментарии, спасибо, что задаете вопросы, спасибо, что подписались на канал. Зарабатывайте!